Дорогие друзья, любители музыки, сегодня разучим пьесу «Вальс бабочки» Брайана Крейна. Произведение несложное, в партии левой руки играем звуки трезвучия, в правой мелодию, где фразы регулярно повторяются. Для того, чтобы было легче пьесу исполнить. Мой выбор – ритм номер 234. Инструмент номер 587. Just GTG и добавляем через клавишу Upper Lay номер 230, Slow STR2. Темп по метроному 95. Регулируем нажатие клавиш, выбираем Light. Уменьшаем громкость автоаккомпанемента до 97. Немного об исполнении партии в левой руке. В автоаккомпанементе играете одну самую нижнюю ноту, только звуки от ля и ре две ноты. То есть берете ля и до одновременно, ре и фа также вместе. Нажимаем все четыре клавиши вариэйшн автоаккомпанемента. Thank you.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Нажмите на колокольчик, чтобы получить сообщение о выходе нового видео. Сейчас включите на более медленное воспроизведение, проиграйте мелодию правой рукой, а после отдельно левой рукой. Попробуйте проиграть обеими руками всю пьесу. На следующих уроках продолжу знакомить вас с красивыми мелодиями для синтезатора. Вы сможете играть легкие мелодии по нотам так и без них, используя только видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Нажмите на колокольчик, чтобы получить сообщение о выходе нового видеоурока.